Добрый день, уважаемые подписчики! В данном видео мы хотим показать вам, как можно быстро и легко сделать резервную копию всех данных приложения WhatsApp и восстановить ее на другом устройстве. Для этого мы будем использовать программу IKEA Phone for WhatsApp Transfer. Данная программа позволяет легко и просто переносить данные WhatsApp между устройствами iOS и Android, а также создавать и восстанавливать резервные копии приложений WhatsApp, WhatsApp Business, Line, Kik, Viber и WeChat. Итак, для начала работы переходим в браузере на официальную страницу продукта. Нажимаем кнопку «Скачать» и устанавливаем программу на наш компьютер. Подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. Далее запускаем на ПК программу IKEA Phone for WhatsApp Transfer и выбираем раздел WhatsApp. На левой панели выбираем опцию «Резервная копия». После распознавания программы и нашего устройства нажимаем кнопку «Сделать резервную копию сейчас». Далее необходимо включить на телефоне отладку по USB, согласно инструкции в окне программы. Для этого активируем режим разработчика и включаем опцию отладки по USB. В новом окне программы появится инструкция по созданию резервной копии на исходном устройстве. Здесь мы можем создать новую копию, либо использовать уже имеющуюся резервную копию WhatsApp, выбрав ее в соответствующем разделе. Затем нажимаем кнопку «Продолжить» и ждем завершения процесса копирования данных копии. Подтверждаем свой номер телефона с помощью проверочного кода. После этого мы можем сразу восстановить копию, либо предварительно посмотреть данные этой копии и выборочно выделить интересующие нас данные. Мы попробуем восстановить все данные сразу. Для этого нажимаем кнопку «Восстановить резервную копию». Теперь убираем телефон Android и подключаем к компьютеру iPhone, на котором хотим перенести наш WhatsApp. Далее в окне программы выбираем опцию «Восстановить сейчас». В появившемся запросе на перезапись данных нажимаем «Продолжить» и ждем некоторое время. Далее нужно будет войти на iPhone в ту же учетную запись WhatsApp, что использовалась на исходном устройстве. После завершения процесса восстановления данных, целевое устройство будет автоматически перезагружено. Теперь заходим в приложение и видим, что все чаты и медиа WhatsApp были успешно перенесены на новый телефон. Чтобы узнать больше полезных лайфхаков, подписывайтесь на наш канал. Ну а на этом мы с вами прощаемся, до новых встреч!